Всем привет! Продолжаем маленькие экскурсии по Петербургу. Пользуюсь я данными сайта City Walls. Сегодня мы посмотрим на дом, правда, улица 11, стилистическая 7. Архитекторы Бенуа, Кокарев, Косяков. Год постройки 1838-1840, 1893-1894. Стиль классицизм. Здание благородного пансиона, первая гимназия, церковь Преображения Господня. 1820-1823 автор не установлен. 1836-1837 архитектор Бенуа Николай Леонтьевич. И архитектор Кокарев Адриан Васильевич. 1910 гражданский инженер Шишков Лев Петрович. Дом по Кабинетской улице, это улица Правды, 11, левая часть, Никонов Николай Никитич, 1894, строительство дома, переустройство церкви. Бассейн здесь построил, гимнастический зал, гражданский инженер Шишко Лев Петрович, 1913-1915 годах. Инспекторский флигель, это угловой дом и лазарет. В ее строительстве принимали участие Бенуа, Косяков и Кокарев. С 1850-х годов участок принадлежал первой Санкт-Петербургской гимназии, в настоящее время средней школе 321 Центрального района. В 1819 году заведение переименовали в благородный пансион при Санкт-Петербургском университете. Для университета и его пансиона Министерство просвещения приобрело у купца Петра Петровича Сыренкова пустопорожнее место на углу Большой Офицерской и Ивановской улиц. В 1910 году учебное здание с церковью после надстройки гражданским инженером Шишко приобрело вид, в который дошло до нашего времени. Бассейн и гимнастический зал Шишко начал строить в 1915 годах и завершил строительство где-то в 1927 году. Здание университета и пансиона на Кабинетской улице, улица Правды, помнит имена многих деятелей российской науки и просвещения. Каос, композитор, профессор Плетнев, Никитенко. С 24 июня 1834 года по рекомендации Плетнева, профессора, на историко-филологический факультет адъюнкт профессором был зачислен Гоголь, который служил на Кабинетской улице до конца 1835 года, вел курс всеобщей истории. Среди слушателей лекции Гоголя был студент историко-филологического факультета Иван Тургенев, учившийся в университете в 1834-1837 годах. Тургенев вспоминал, что лекции, читаемые в университетских зданиях на Кабинетской улице, изредка посещали Пушкин и Плетнев. Здесь учились Вернадский, Каркунов, Адамович, поэт, литературный критик, Антонов, военный деятель, Артемьев, конструктор ракетной техники, Бекетов, ботаник, химик Бекетов, художник Билибин, композитор, химик Бородин, зоолог Варенок, геохимик Вернадский, писатель Вишневский, хирург Вреден, писатель Гнедич, поэт Жемчужников, писатель Иван Разумник, Кабалевский композитор, Кованько военный деятель, Каковцев востоковед, юрист Каркунов, математик Кочин, писатель Крестовский, Ломанский филолог, художник Лансере, актер Лариков, переводчик Лозинский, писатель Лунц, политический деятель Мартов, метеоролог Мультановский, гражданский инженер Наранович, Николаев, инженер-архитектор, Петров, хирург, архитектор Пировец, промышленник Путилов, поэт Рождественский, историк Семеновский, Серов, композитор, коллекционер Тагрин, изобретатель Термен, Турнер, хирург, архитектор Фиалковский, гражданский инженер Чижов, зоолог Холодковский, гражданский инженер Эппингер. Вот столько известных имен учились в этом учебном заведении. Ну вот, примерно так написано на сайте City Walls о доме по адресу Правда 11, стилистический дом 7. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.